кофе с сахарозаменителем, как обычно, 300 мл. Обед и кофе 300 мл с сахарозаменителем. Обед у нас энергетическая ценность 95 килокалорий на 100 грамм. Здесь 250 грамм. Импортное рижское золото. Томатный соус, голубой тунец, фасоль, горох, кукуруза, стручковая фасоль, морковка. Вот наш замечательный творог, 9%. И вот такой чаек. Вот и все на сегодня. Подходит день к концу. На улице уже потеплело. Сейчас где-то 10-11 градусов мороза. 21-30. Вот нашагал я 18818 шагов. Вот. Ну и как бы подытожим все это программкой. Здесь будет программа отображаться. Вот о том, как я походил, там будут списаны калории, вот, которые я находил. В принципе, день был так себе. Завтра, наверное, больше похожу. Вот. Ну и завтра будет совсем другой рацион. Thank you.